В 2016 году воспитанники всех детских садов России будут обучаться по единому стандарту. В Сочи уже с этого года запустится пилотная программа. Вопрос о стандартизации образования в дошкольных учреждениях зрел давно. По замыслу, новый стандарт расширит возможности образования и воспитания ребенка. По мнению авторов программы, детям уже с самого раннего детства нужно прививать любовь к самообразованию, больше занимать развивающими играми и стараться заинтересовать исследовательской деятельностью. Но, несмотря на единый стандарт, скучным образованием процесс не будет. Стандарт задает общую рамку федеральную, а дальше пути его реализации зависят от уже не просто региона, а от образовательного учреждения в связи с тем, какую образовательную программу выбирает образовательное учреждение, соответственно, какие средства для этого он выбирает. Поэтому один и тот же стандарт будет реализовываться совершенно по-разному. По планам авторов стандартизации измениться должны не только программа обучения, но и инструменты. У детей 21 века должны появиться и соответствующие игрушки, более технологичные.